Так, давайте я вас сфотографирую, где вы собачку нашли. Вот. Пойдемте. А тут вот. Есть адрес какой-то, вам дома видно? А вот с той стороны, это ее балкон. Вот оттуда она скинула его. Где белье сушится, да? Да. Скинула. Горел свет, мы стали разговаривать, она погасила свет. Ага, понятно. Угу. Хозяйка раза три пыталась забрать ее, отталкивала от себя, то есть она говорит, отдай, говорит, я ей скорую вызову, мы себе скорую вызовите. Угу. Полицию вызвала, как бы ожидая. Ну, хорошо. Кошка уже у нее, но мы уже к ней не попадем. То есть она может и кошку выкинуть. Да, выкинуть. Уже она выкидывала кошку. Да, я отлично подбирала, но получилось... отошел кот вроде более-менее. Потом я говорю, собака ушла, и она сказала соседке, что ушла, поднимется, говорит, кошка скину. Капец. Ладно, ну его в клинику надо везти. Состоянии. А покажите место, куда. Ты видела прям, как он упал, да? Я видела. А, вы упал видели? Вот в этом районе. Ага, вот здесь вот. Где-то там в траве упал и дополз вот до бордюра вот напротив. Он упал, потому что... А он вообще не ходит, получается, да? Он пытается встать, задняя одна лапа более-менее, а вторая, как он ее ушиб. Передняя лапа встала, вот эти, да. Я боюсь, либо у него как бы они вылетели, либо он их сломал. Я вот это точно не знаю. Потому что он не может встать, у него скулит. Ага. Он пытается встать, куда-то бежит. Лапа не работает. Вообще он в сторону вывернут. Не трогай. Задние лапы у него более-менее активны. Он на них встает, он одними отталкивается, а передними нет. Давайте, короче, я договорилась с больницей. Крови у него вроде нет. Нет, крови нет, я его всего осмотрела. Я вижу, что он пытается срыгнуть и не может. То есть, такое, пыталась в воду, как бы палец мочила, потихонечку в рот ему запихивала водичку. Надо рентген. Пойдемте, прохладно. Так, вот сейчас мы забрали собаку. В общем, женщины рассказали, что хозяйка выпила и скинула собаку с пятого этажа. Пес выглядит плохо. Мы сейчас едем как раз в клинику. Сейчас уже ночь. В общем, что-то все плохо с лапами. Чтобы лапки не трогать передние. Так вот, прям вот, ну, так вот. Ну вот, мы в клинику сейчас приехали. Ну, у него лапы передние вообще. Блин, плохо все с ними. Вон они как в разные стороны разъехались. Бедный пес. Мы собачку привезли. Сейчас. А, да у него вот, вот эта лапа, видишь, она загнута. Сейчас нас примут. Очень много пациентов тяжелых, поэтому все ждут в порядке очереди, и мы тоже ждем. У него вот эта лапка оторвана, получается. У него это тоже лапка оторвана. Тихо. Они вообще у него в обратную сторону загибаются. Так не может, потому что не может. Может его просто приподнять, чтобы ему дышать было удобнее. Конечно, у него все лапы сломаны. Обе, при том, что и это вот у него суставы. Дышать тяжело ему. А как, может его положить на скамейку тогда? Или давай, может его вот так вот открой тогда? А сейчас самое главное дыхание вот ему. Чтобы он не задохнулся. Чип. Да, также мы заметили, кстати, что пес худой. У него вот позвоночник торчит. Вот. То, что она его еще и плохо кормила. Хозяйка это. По слову худо. А, у него лапа. Подожди, зайчик. Вот. Вообще. Ну, видно, вот у него здесь сустав и шапух. Вот он. Не шевели лапы. Капец. Тихо. Нас принять не могут. Долго все. Гад.
Но он кряхтит с пятого этажа, только что его хозяйка скинула. И получается у него лапы передние, скорее всего, сломаны. Вот они, ну, видите, да, болтаются. Он, скорее всего, как на них и пытался приземлиться. Да. Дышит тяжело, кряхтит. Сначала рычал, сейчас уже не рычит. Ого, то есть температуру теряет. Это плохо. Я знаю, что это, когда температуру теряет, это вообще очень плохо. Ну, здесь вопрос в том, будет ли он поддаваться нагреванию. Сейчас это понятное дело, что на фоне стресса все. Машину на бок положить, он стоять-то не может.